Передаю привет Васе хейтеру, Леве, ну и Тёмке. Погнали. Всем привет, с вами Макс Бро, и сегодня, как вы уже догадались, мы играем в Драйв Эхинт. Да, под предыдущим видеороликом, там, где я играл в Майнкрафт, вы написали, чтобы я поиграл в Драйв Эхинт. Вот, пожалуйста, возьмем классику, я тут уже немножечко совсем прошел, даже очень много, но не важно. А, да, 277, я потом открою приз вместе с вами. А сначала давайте поиграем уже. Конечно, как вы знаете, я не профи, хотя вы не знаете, но тем не менее. И вообще, я не профи в играх, и тем более уже в Драйв Эхинт. Я не профи, да. Я знаю это, я не профи. Вообще, я никогда не был профи. Особенно на Android. Yes. Или он бы сам дрался, не знаю. Ой, ненавижу эту карту. Ой, как ненавижу! Да, вот это самая тупая карта, по-моему. А это неплохая, это моя даже любимая самая. А! Блин, как мысли реально. Блин, не профи, но это не меня. Кстати, ссылку оставлю в описании на эту игру. И ссылку на скачивание тоже оставлю в описании. Так легче просто думать. Чтобы просто-напросто было вам уже удобнее смотреть видеоролик, а не узнавать, как же она качается. И, кстати, кто не знал, я на ПЕшку, в которую я играю, тоже оставил ссылку в описании. И, кстати, вот долгожданный момент. Долгожданный. 60. Шлем. Весь золотой какой-то классный. И хорошо. Мне нравится. Не хочу. Сначала давайте что-то не делаем. А, вот. Все, погнали. Ай-яй-яй. Блин. Это моя любимая машина. Кто ж ее сплагиатил? Это моя любимая. Вот эта, которая с ракетой. Ой-ой-ой-ой. Все. Мне хана. А вот это тоже моя любимая с руками, которая. Я ненавижу это вездеход, гироскутер. Нет, такой гироскутер, вездеход ненавижу. Потому что я его так ненавижу, что даже больше, чем хейтер. Да. Ай, блин. Ай, блин. Тыщ. Да, это самая тупая машина для меня. Знаю. Кстати, газель против газели. О, это такая классненькая машина. Не у меня, а у моего противника красный. Да. Пауэр Рейнджер. Жаль, что монтаж не ставил. Из-за своих слов. Это самая моя любимая машина. И это, кстати, самая читерская машина. Реально. Давайте, внезапная смерть. Да почему они раньше это не сделали? Было бы же лучше, если раньше. Ой, да. 6 монеток. А почему так много? Этих самых монет убирается. А мало всего. На самом деле. А что? Я не понял. Пока. Сам себя увижу. Это тоже большая. Самая моя нелюбимая тоже. А, ну это больше всех нелюбимая. Что, ну, блин, дерзкая, резкая. Ну не дерзкая, но резкая такая. Блин. Все ведь хорошо, что... О, у меня тоже есть кубок этот. Да, вот в чем плюс рука не длинная. Ой, блин, это самая мощная машина из пушечных. Реально. Кстати, это классная машина. Не скажу, что она прям топовая, но классная. Да. 140 ежедневные задания. Тоже.
Слушайте, можно же задание повыполнять. О, моя любимая музыка. О! Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пока-пока.